Сегодня 1 октября, и в школах Донецкой Народной Республики начался учебный год. И, по мнению киевских властей и украинской армии, начало учебного года Донецкой Народной Республики должно выглядеть вот так вот, как мы сейчас видим, по всей видимости. Под разговор о перемирии киевская хунта продолжает обстрел населенных пунктов Донецкой Народной Республики, продолжает уничтожение мирных граждан. Такое вот перемирие. Директору школы помогали до вечера. Вот туда попался. Нет, тут. Забыла тебе рассказать. Мирных граждан. Вы можете рассказать, что здесь произошло? Она переехала. Можем, конечно. Линейка была, дети на занятия пошли. Я на центральном входе был. И стояли, курили там мужчины, много людей было. И начался обстрел. И перед входом попало, в школу попало. А с какой стороны стреляли? Ну, предположительно, со стороны аэропорта. Со стороны аэропорта. Вот. Раненые есть, убитые есть. Разрушение в школе тоже существенное. Разрушение мы уже видели. Ну, пока здесь, в бомбоубежище, сейчас ребята-ополченцы вывозят женщин с детьми. Вот. Ну, пока здесь побудем, потом тоже. Предположительно, это маячок поставили. Уже говорили, уже докладывали. То есть работала диверсионная группа? Маяк, да. Шел гражданский, маячок кинул. И сразу через минут пять начался обстрел. Это раненый человек, вот рассказал. Школы же стреляли, не помню. Ну, в нее не первый раз стреляют, насколько я знаю, да? В эту первый раз. Это у нас была первая, которая нетронутая школа, и специально в нее стреляли. Ты же знаешь. Чтобы по-любому кто-то пришел. Спасибо. Стереть этот сюда. Жалко, да, ну конечно. Нет, сюда бежать детей. Дети тоже все трудятся, не знают, о чем и как. Помогает, спасибо за гуманитарку, лучше уже помогли всех отсюда. Уничтожить эту нитец, которая к нам пришла сюда с оружием. Убивать тут ли? Убивать мирное население детей, сколько погибнут. Дома разрушены, людям жить негде. Сюда в школу. Нет слов никаких. Мне родственники в России, как они ходили, это какая единая Украина, если не пришли сюда с оружием к нам убивать нас. Какая единая, никакой единой после этого никакой не может быть. И почему молчит весь мир? Почему? Лучше помогите нам своим же уничтожить их отсюда, выгнать, стереть их с лица земли ту нечисть, которая пришла здесь убивать нас. Обязательно зайду сюда посмотреть. Еще 4 пары. Лиза, не могу говорить. Кира убит. Все, сиди, у нас тут страшный город. Все, полежай, Люди я работают, все детки пошли в школу, учитель погиб наш, биолог. Детей мы выявили. Успели выявить все. Один погибший, да? Еще, наверное, родители же второй еще погибший. Нет, погибших четверо. Четверо погибших, да? Да, из них
получается, трое гражданских. Гражданские, гражданские. Да, и один военный. И военный? Да, ну мой боец. И получается пятеро раненых. Четверых скорая увезла, и один мелкий вышел сам. Поэтому так они отпраздновали 1 октября. Да. Чтобы им этим детям и всем было такое хуже, чем нам всю жизнь они там задали. 57-ю школу города Донецка. Люди помыли, навели порядок, деток-то не мать. Вот здесь тоже сидели дети. А из чего стреляли? С ураган. С урагана били вилкою. 5 снарядов со всех сторон по школе попало практически все. Это одни во внутренний двор, другие попали во второй внутренний дворик, центральный. И 3 снаряда попало вокруг школы. Вот. Поэтому... За моей спиной портрет выпускника 57-й школы Сергея Назаровича Бурки. Находился в вестибюле, курил. Пока и что. Первый урок торжественный. Не повезло. Рядом с ним находился еще один гражданский, это был родитель девочки, тоже. Теперь девочка осталась без отца. Ну сейчас я куда вплыву. На пост.